Дрыц-тыц. Они означают, что здесь что-то не в порядке и нужна твоя помощь. Все необходимые детали ты найдешь в комнате. Вперед! Дрыц-тыц. Вижу вот поломку одну. Сломана. Чтобы починить, нужно найти обойный клей, кисточку. Кисточку и обойный клей, да? Сейчас найдем. Сейчас найдем. Так, кисточка и обойный клей. Занятная вещица. Это что мы нашли? Обойный клей? Так, пока непонятно. Кисточку, кисточку, кисточку. Где же эта кисточка спряталась? Хм, интересненько, интересненько. Пока не видать. Пока ее совсем не видать. Давайте посмотрим, что еще сломано. Сломано. Иголка. Нужно найти нитки, пуговицу. Нитка и пуговица, так. Чтобы починить, нужно найти сиденье карусели, зубчатое колесо. Так, понятно. Нам надо много чего найти. А где все это находится, я пока не понимаю. Ого, круто. Так, 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 давайте искать. Здесь нету. О, кисточка. Занятная. Конечно, занятная. О, пуговица, пуговица. Так, а что же мы здесь еще сейчас найдем? Хорошо, что твой помогатор пополнился. Конечно. Ха-ха. Зубчатая нить. Зубчатая, это, как он, зубчатый ключ и нить. Ну что, мы все нашли? А, нет, еще желтенькую такую надо штучку. Так, давайте починим. Сейчас починим. Нужно уже нашел, уже нашел. Уже нашли. Так, и кисточка. Круто. Ха, обои починили. Хомяк-бегун. Хомяк-бегун, смотрите. Ох ты, лампочка взорвалась. Хомяк быстро бегает. Так. Аф-аф, косточку собачью нашли. Хм, классно, всеми штучками можно пользоваться. Так, 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 так. Телефон. У меня зазвонил телефон. Кто? Слон. Так, так, так. Ой, темно, темно. Давайте починим вот это. Чтобы починить, нужно найти. Да, 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 да. Сейчас. Найдем мы все. Ура! Вот, мы не нашли оранжевую корзинку. Оранжевая корзинка, где же ты? Вот она. Ха, как быстро. Обязательно понадобится. Я знаю. Молодец, ты починил. Карусель. Карусель, круто. Так, и сюда. Сломано. Чтобы починить, нужно найти. Опачки. Нитки. Пугайся, а держите. Ты починил. Бежит, опа, ты какой-то крутой квест. Еще один крутой квест. Так, а что мы ищем? Конечно, в хозяйстве все пригодится. Сломано. Чтобы починить, нужно найти пружину, шестеренку. Пружина и шестеренка. Пила. О, робот какой-то. Ха-ха-ха. Прикольно. Космонавт. Робот-космонавт. Ого. Это водолаз, оказывается, был. Ха-ха. Здорово. Сломано. Чтобы починить, нужно найти щетку для одежды. Здорово. Там сундук какой-то. Чтобы починить, нужно найти щетку для одежды. Так, а здесь что? Сломано. Чтобы починить, нужно найти отвертку. Водяной фильтр. Отвертку мы нашли. А водяной фильтр? Чтобы починить, нужно найти щетку для одежды. Водяной фильтр? Сломано. Чтобы починить, нужно найти... Ладно, ладно. Разберемся. Щетка. Твой помогатор пополнился. Кактус. Лейка нужна. Так, лейка, лейка, лейка. Вот она. Вот она, леечка. Как раз. Ух, как он вырос. Сундук. Это сейф. Круто. Так. Да-да-да-да-да. Обязательно. Сломано. Чтобы починить, нужно найти щетку для одежды.
Так, я починил. А здесь? Круто. Теперь у рыбок будет воздух. Так, а что мы не починили? Сломано. Вот что. Починить нужно найти пружину, шестеренку. Пружина и шестеренка. Где же нам ее найти? Так, шестеренка. Пружину нашли. А шестеренка? Где же шестереночка? Она маленькая, да? Свет, свет, свет. Нет, не включается. Так, шестеренка, шестеренка. Ха, прикольные штучки. Так, где же эта шестереночка? Пока непонятно. Здесь нету. Да-да-да-да-да-да-да. Вот так дела. Слушайте, ну я что-то не могу найти шестеренку. А, вот она. Да, под машинкой была. Ай-яй-яй, спрятал папа. Дедус, дедус спрятал от нас. И еще один классный квест. От дедуса. Конечно, от дедуса. Сломано. Чтобы починить, нужно найти пешку. Лови. Угу, шахматы. Нужно найти шахматы. Плату нашли какие-то. Плату, плату. О. Палитра. Или что это там? Лампочка. Так. А мы хозяйственные, да. Все собираем. Аф-аф. Аф-аф-аф. Сломано. Чтобы починить, нужно найти кисточки, краски, палитру. Ну, палитру мы уже нашли. Так, давайте вот шахматы сюда положим. Сломано. Чтобы починить, нужно найти пешку. Пешку и ладью. Все, круто. Шахматы починили. Теперь ищем другие предметы. Кисточку. Кисточку мы нашли. Краски мы пока не нашли, да? Чтобы починить, нужно найти кисточку. Обойный клей. Обойный клей. Паяльник нашли. Круто. Круто. А вот это что? Угу. Краски нашли. Круто. Сломано. Чтобы починить, сломано. Сломано. Все. Вот сюда положим сейчас. Чтобы починить, нужно найти кисточки, краски, палитру. Сломано. Чтобы починить, опа. Круто. Нашли же все. Так, дальше, 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 дальше. О, обойный клей. Все, сейчас обои починим. Я знаю. Молодец, ты починил обои. Молодец. Сломано. Чтобы починить, нужно найти ручку от утюга, регулятор температуры, отвертку. Попробуй использовать в другом месте. Да ладно, ладно. Дедус, я понял, что это не отсюда, понял. Чтобы починить, нужно найти ручку от утюга, регулятор температуры, отвертку. Ура! Колонку чиним, паяем. Круто, круто, круто. Пинцет. Не, пинцет нам не нужен, судя по всему. Так. О, папус. Ты там что делаешь? Ремонтируешь что-то? Круто. Так, 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 так. А где же этот регулятор? Спрятался. Вот непонятно. Регулятор, регулятор. Аф-аф. Непонятно. Вот вроде... Сломано. Чтобы починить, нужно найти ручку температуры. Так, мне осталось только регулятор найти. Где его найти, только не понимаю. Пока его нигде нету. Нигде. Так, как он выглядит? Сломано. Угу. Чтобы починить, нужно найти регулятор температуры. Вот же он. Ха, спрятали. Сломано. Чтобы починить, нужно найти та-та-та-та-та-та. У тебя новая награда. Нажми на нее, чтобы получить болтики. Болтики. Собрать. Да, ты выполнил задание.
Ох, как много болтиков. Ого, здесь собирать сколько надо. В общем, вот такая вот крутая игруха, ребят, про фиксиков. Кому нравится, обязательно ставьте пальчики вверх. И будут новые видео тогда про фиксиков. Так что пока-пока, до новых встреч.